Ураган в Польше унес жизни 4 человек. Среди них 2 подростков 13 и 14 лет. Более 30 человек получили травмы, в основном дети. Удар стихии пришелся на лагерь скаутов в городе Сушек. Спасатели эвакуировали 150 человек. Ураган прошелся сразу по 2 воеводствам. Стихия крушила все на своем пути. С домов сорваны крыши, повалены тысячи деревьев и повреждены линии электропередач.